Mi čas nahodica Sirijev grad Alepo, rajon Lazidije, sivodne čistoti februar 2023 года. Sivodna rana utram 4.30 bil ošen silni zemljetresinje. I tam v Alepo bolše šan, bolše 65 zdanja, ani se opali. I mi čas smotret, jesli kto živi. Там на это здание. И много ранен, и сейчас до сих пор они смотрят. Потому что в 5.13.35 был, а второй землетрясение только 10 секунд, а не больше. И сейчас они смотрели, если кто живой. И можно говорить, больше чем 70% из людей из Алеппо, они сейчас на улице, в парк, в площади. Ждут, что будет тут за что. Дай Бог. Все будет заканчиваться. Мы сейчас находимся в центральном городе Алеппо на площади Садулла Джабри, который на центр города. И смотри, все машины, людьми, они ждут на это место, что это, можно говорить, это безопасное место. Нету здания рядом. И там дождь тоже пришел.